Двигаться хилить. Виталик, помирить. Ну найди Хэпала или Шаму. Тогда, пожалуйста. Знал, как я в ЦЛП сейчас напрягался. Давайте, еще видите. Чё, в соло не можешь захилить? Ну, по квесту уже мёртвый проявляется, что-то бред. Даня, так ты дал этим шаманам 20 кдпс для меня? 21 дабл. Да. Ага, я тебе верю. Я же тебе говорил, ну, с дабл властью. Когда-то было. Я эмхом не могу в рейс ходить, ты про элемы говоришь. Я сейчас ничего не помню, тебе там на заднем плане телевизор идет. Рома, что хватит с самогоном? Блять, почему вам нельзя кидать контроль разума, не был? Из-за того, что нежить? Можешь вообще-то. Так не могу я, ну... Короче, уже второй маг, вот я с ним дуэлюсь. Я не могу вам кинуть контроль над разумом. Ну, Линка не способность эту. О, Ваня, дай мне бесплатно коня. Одного или два. Дай мне вообще этого дворфа, если ты квест сделал. Нет, пожалуйста. Ты нафиг эта фигня вообще надо? Полезная. Дворф нормальный. Лестница, пожалуйста. Покупаешь ту фигню всякую, собираешь, потом ачивки делаешь, потом в какой-то момент заходишь, у тебя на этом все персонажа спиздили, этого уже больше ничего нет. И толку. Не, ну звание бесельчак, как бы это, ну, самое крутое, наверное, звание. Ну, если ты шутить умеешь, конечно, тоже. Рум, поменяй самогона с рубинистами. Да, на, я тебе дам орел, а ты мне просто ассиста дайся. Давай ты. А чё, у тебя уже пиздили персонажа, Ваня? Кощуга здесь, да. Он вообще зайдет, может нам надо как бы сейчас будет КД не вешать кому? Ваня, у тебя код без КД вырос? Нет, там медведь. А Ваня не вреден? Не-не. Да я не знаю, вроде отлагало, что там закончился этот ивент. Что там было, это ПВПшная фигня. Кто же брал первое место локал? Кстати, мы не будем Ваню брать, вдруг он меня по ПР обгоняет. Так в этом ничего такого не надо. А зачем ты CEP начислил, когда ты отвалился из рейда? Не, ну там на паладина надо шея, надо, наверное, пала шмотки. А, ну все понятно, Вань. Тогда, конечно, да, CEP надо начислять тебе. Походу Кощуга отпал. Давай я зайду на сову. Хилс, давай потом заходи. А Ваню магом берите, ему вроде там шмот не нужен. А что приснит? Разве не забирает твой маг щиток приста? Забирает. А чё ты не забирал с меня щиток? А у тебя там Ваня, просто дота ШП. Пока что до твоего щитка дойду, там возможно не здесь были. Виталик, сидите. Ваня, ты как-то облагаешь или уже? Да, вроде не, но если что там я на первом боссе ливнул. Ты вроде на первом боссе.
Ну, просто не, ну... можешь ты порелить или зайти на Эршан, и я зайду на шипа и порелю. Да пусть Войт порелит, он все равно не хилит. Сейчас. Пусть он из тьмы в свет прыгает туда-сюда. Зачем вообще 5 хилов надо? Ну мало там. Да не, скорее всего, нормально уже. А зачем символ ухода в тень нужен? Уход в тень снимает с тебя все замедление. Ты не против? Не, Виталик, там другой надо вставлять. Ну да, там он не нужен тень. Я знаю, что другой. На фиру это вообще такой тащит символ. И на щиток это как бы 1000. Тысяча у тебя один тик обновления. Ну щит это когда тебя хилит мгновенно. Но он там не 1000, он 1800 прокает без крита. Вань, ты примешь пати? Ну у меня 1200. Ваня. Да пойдем пока что так, потом доберешь. Ну, сумоню здесь его пытаюсь. Жду, когда он примет пати. Ладно, давайте начнем. А, стопы. Баф, там что? Че, я крестики раздался. Ну, для рана. Кулаки и лайф каски. Бегу, пошел и покажет. Каски не надо тебе раздать. У тебя кулак вкачанный, а протопало не вкачанный. Смысл в этом, короче, чтобы кулак был нормальные на пацанах. А, это девочка. Почему в заметке написано Оля, а он уже второй раз пишет раздал? Ну что? Не палиться. Время сейчас такое. Оля раздал. Оль, ну ты, короче, кулаки даешь. Чей... А чей ты перс? Ну почему ты сидишь? Может, ты из кнутов нашу тактику сейчас украдешь? О, ну да. Матреха, ты здесь? Каску, лайф, кулак, лиран. Давайте, ПДК, начинайте. Тыкните. Знаю, кто такой импе. У меня в гриде, но, пожалуйста, диспели вступление. Да и вред. Давно не видел. Привет, Леш. Как дела? Отвлечь пытаешься, чтобы передамажить? Да, ну... Ну, как бы тут его фора. Я же не дамажу, пока он летает. Так это ты слабак, это же не его фора. Че, ты не можешь чаржнуться в нее и в небе ее побить? Не могу, только кот может к ней что-то зачернуть. Рискат, спекайся в танк. Могу в танк спекнуться. Я так понимаю, Рискат же танк у нас или Джерика? Че, придубил? Че вообще за Джерика? Это кто такой? Джерико, наверное. Ну это с гильдии какой-нибудь умник. Лайф баф не каску по себе. Не, мне не надо. Мне надо. Теперь же прота лучше. Дима. Давайте мутант мейн. Рискат первую копию, а... Лайф вторую. Сложно.
короче, начинай, там разберемся. А что, «Звездных войнов» посмотрели? Да. Понравилось кому-то? Ну да. Красавца. Я самому уже на диванчике, когда там что-то можно навернуть, чайка попить, а так в кинотеатре неинтересно. Я в кинотеатре на диванчике был. А то не то. Прикольнее посмотреть фанатские теории, блин. Это вообще... Некоторые люди ходят в кино, пивасик там пьют. Я, да, тоже. О, я в Бургер Кинге вчера. Я в Бургер Кинге вчера закупился перед кино. Ну, вот такие же ходят. И этот. Мне чуть-чуть не понравилось, потому что в седьмом эпизоде вот этот злодей главный, который Ситх был, ну кто он там, глава Первого Ордена, его вообще непонятно было, кто это, а тут в этом как бы его уже убили. Он не Ситх, нихуя, он джедай. Ты же такой... там была «Звезда смерти»? Нет, его убили, короче. О, серьезно не было? Ловите это копию, ловите копию, лайф, лайф, лови копию. Что за спойлеры, еще же не было премьеры. Была премьера. Была. Не, просто как Бутан. Это «Звездные войны» без «Звезды смерти». Они просто Мутан. В каждую серию Мутан, пихали. Лови еще одну. Да, «Звезда смерти» в двух сериях только была. Ну ладно, лайф поймал. Две, хилите лайф. Я так и не понял, короче, этого прикола, этого, ну, фильма. Я его очень долго не смотрел, потом посмотрел 7 серий за 2 дня. И так и остался с мнением, что это хуйня какая-то. Согласен. Две серии они, че-то 5 серий они строили «Звезду смерти», а две серии они ее убивали. Вань, «Звезда смерти» была в полутора частей фильма. Не было той «Звезды смерти». «Звезда смерти» была там в конце первой части, там на одну минуту. Они заебали. Они взорвали ее кораблем и пиздец, короче, все. Нет, ну, на самом деле, для тех самой первой серии, то, что вышли, для тех лет это нормальный фильм, и качество было офигенное. Для... Ты имеешь в виду первые 3 эпизода? Да, 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 да. 4, 5, 6, в смысле, вы знаете, что? Да, да, да. В Америке, короче, 1, 2, 3 эпизод, ну, типа, считаются провальными, короче. Типа, я тоже них... такими считаю. Вообще классные. Третья часть вообще на Кинопоиске у нас на русском 8 рейтинга имеет. Дайте каску помогаем, если кто-то может. Ну, вот мне, например, «Властелин колец» не нравится. Все его хвалят, я как бы его ценю как фильм, но если выбирать между «Звездными войнами» и «Властелином колец», то... Ну, там то... вселенные так-то большие. «Властелин колец» получше. Согласен. Да я лучше «Хоббита» гляну. хоббит вот «Хоббит» мне нравится. «Хоббит» отстой. А мне «Хоббит» нравится, «Властелин колец» не нравится. Давайте, начинайте. Самые топ-сериалы, вообще фильм, как для меня, это «Звездные врата», «The Way 1». Это вообще просто. Что придется прикрутить? Да, «Звездные врата» не похожи. «Старгейт». Не понравились? Не, нормально. Если я и сериал, по-моему, смотрел. Ну, я мало когда был, конечно, я был в восторге такого всего. Я помню, на дисках его там принесли, там, по-моему, 2 диска на сезон. У меня его вечно на DVD-шник дыры зачитывал. А DVD-шники ломались быстро. Вообще не прокало, затмение, наверное, секунд 15. Кот, что ты молчал, помолился, да? Ну почти, шути. Там плохая шутка была, чё? Да, название «Весельчак» не для тебя. Вот это было получше. Никита Хан 6.5, первый по ДПС. Короче, чек на АФК. В общем, во тьме Реневал, Протоауру и Джага Света, Лирана Сосредоточия и Джага Маны. По Фридомал Реневал первый Фридом кидает, Лирана второй Фридом. Хилят тьму будут Юрит, Матрёха и Войд. Империя, ты в РК меня слышишь? Да. Ты думаешь, нормальная, короче, тактика двух топ-хилов ставить в свет? Трёх бичей хилов во тьму?
Там все хилы, кроме Войда, нормально. А, ну ладно. Короче, давайте фулл баф. Империй, твоя задача маленьких мобов после метеора напуливать на лайфстила. Знаешь, как это делать? Или тебе объяснить? Накрота, да, да. Только не тогда, когда они уже в рейд прибегут, а желательно по бегущим мобам на круг, чтобы прошел. Ты там должен помочь схватить протопава мобов. Две роги наших, короче, они как бы тоже подстрахуют, но ты должен хорошо напуливать. По инерам, короче, адромалих. Заливаешь инер Юриду, я, скорее всего, тоже ему залью, а потом два инера Васабику зальем, так что ты поэконом чуть-чуть, Дань. Кресты раздайте. И в свету, короче, ауру сосредоточь, прото-ауру. Даня, тотем от огня ставь в свету. ССы, когда выйдем, дисрап свой СС на ласт шансы, а потом еще раз, может быть, СС потребуется еще раз на ласт шанс. Да, это Блэкбит. Ну и все, короче, я не знаю, что еще по тактике рассказывать. Я думаю, этого достаточно. Крест, пожалуйста, ты не сдохнешь, но дай крест мне. Подожди, а кто станчит танчит? Мутант будет танчить сейчас големов и свет третью фазу, а рискат сейчас босса и тьму. Мутант, ты же шаришь, как танчить? Ну, в больших смысле. Ну все, красава, я так и думал, что ты шаришь. Пайп, дай каску помогам. Я квадратик буду, матреха, звездочка, возьми, ориентируйтесь на эти меточки. Там кто добивает, сказал? Кто добивает? Четвертая группа, кроме Блэкбита, остается добивает. Кроме Дисрапта. Кроме Дисрапта. Ты демон, да? Да. Значит, Блэкбит во тьму, два мага, ШП и Африк остаются добивать. Блэкбит, Африк, он остается добивать. Блэкбит, Африк. Че ты хочешь от меня? Дай фласку. Да ну ты гонишь, у меня ее у самого нет. На, выпить, кстати. Чек на бомб. Все готовы? Свет я диспелю все время. Во тьме диспелит Void. Заходим за линию, стоим на месте, БДК начинай. На квадратик ориентируемся, милики, РДД все на квадратик. Серсея метка, сама себя диспелишь. Метеор, одна секунда. Побежали, метеор, далеко бежим, смотрим лужи. Умираете от лужи, ГП сразу с первого трая. Лужа в рейке, течет к хвосту, сдвиньтесь. Давайте, маленьких ждем, бьем босса все. Все боссы дамажим, только разбойники бьют маленьких. Редискин метка, туда и назад. Редискин метка. В босса играйте. Тренивал метка, сам диспелишь. Метеор, одна секунда. Побежали. Бежим далеко, ни в коем случае не умирает никто. Далеко убегает. Лужа в рейд, ближе к морде. Хорошо. Маленьких на пулы, на протопалы. Антовская градострел, вообще что-то не вижу. Есть, там видно. Давай, сейчас лужи чуть-чуть посмотрим, где она. Давай, заходи, заходим, хилы сразу. Четвертая группа остались. Давай, код, иннер, шаман. Вижу, красава. На звездочку ориентируйтесь, васабик, метка, первый фридом реневал. Скажете, когда добьете. Добили в свету? Нет. Скажешь, когда заходите. Заходите. Аллах Акбар левее. Войс диспел. Заходите, четвертая группа, во тьму, заходите. Проценты скажите потом для света. Редискин метка, лезвие, смотри, правее, правее, правее.
Блин, полужа. Вообще дебики. Эпично. Когда, короче, выйдем, я тебя БРну. Ты не спеши во тьму заходить, тебе скажут, когда заходить. Проценты. 4,53. 52, Свет, готовьтесь. Быстро 2%. После лезвия метку от портала и сразу выходим. Эгбит от портала, все в свет вышли. Вставай, редискин. Давайте, Грост. Джерико, выйди в свет. Анхолик, в свет, Анхолик. АДК, вторая группа, в свет. Блэкбит, Нетка. Давай, Вару, заходить во тьму. Можно заходить? Нет. Пока нет, пока нет. Вар, иди вон к хвосту к порталу. Беги к хвосту к порталу, уже заходи. Бежим, Метеор. Какой-то конченый. Серсея метка, лужа в рейд. На пулы доведем. РДД бьем больших, милики маленьких. Стоп, ДД по Халиону в свету. Отведи маленьких, но они же растут. Отводи маленьких, лайф. Дальше, дальше, еще дальше. Ты забыл, что не так. Прожился в стоп, в свету стоп босса. Босса вообще не бить, убрали петов. Убрали петов с босса. Адрамалик, поднимай редиски на этого, он под боссом лежит. Метеор, бежим, метеор. Метеор. Бежим, бежим, метеор в свету. Босса не бить в свету. Поднимай рогу лучше, не надо редиски на этого БР. Только големов бьем. Кот, подними разбойника перед боссом. Давайте, бьем и босса, и всех. Вар арестован, он сейчас скажет, он вылетит. Давайте, никто ничего не стопает, бьем. Свет бьем, тьма бьем. Бежим, метеор. Бьем свет сильно в босс. Вылетел. Ты вылетел? Он вылетел. Да пускай вылетел. Смотрите маленьких, маленьких на пул. Хант, не вижу тебя, Хант. Сори, сори, мой косяк. Захиливайте Ханта. Ну, маленьких отводите, пожалуйста. Ну, отвел я, отвел. Еще отводи, свет в големов играем. Стоп, босса, свет. Менск метка. Бежим, метеорит свету, бежим на ту сторону. Ханта захилить. Голем в свету. Свету играем в големов. Джерика, метка в свету. Готовимся к метеору сейчас. Бежим. В свету в босса чуть-чуть играем. Лужа в рейд. Квадратик ставь. Давайте в големов. Свет в големов, тьма, бьем босса, как видим. Во тьме был рост, кстати, я проспал, если там будет, когда у вас. Пока не давайте ничего. Иннер, если что, васабику, если есть. Не давайте во тьме рост. Бежим, метеор. Метеор в танк, вправо, вправо рейд, в квадрат. В квадрат рейд. 40 секунд. Бьем големов, все големов играем. Встанешь сам? Гимн, Серсея, гимн на ману, Серсея, гимн на ману. Бейте святую Халиона, а во тьме дадите рост на свайка. Дайте рост во тьме и бейте Халиона просто.
Там забейте. Давайте рост дайте. Во тьме и бьем. Не-не-не, ну мы не успеем, сейчас будет мутирующий. Добейте большого хотя бы. На секунду берса уже. Все, бейте Халион. Давайте Халион, рост во тьме. Бежим, метеор, перебегаем. Маленьких на пул и в босса играем. Давайте пробуйте, дайте сакрус, и тут там ботни что прожмите. Все, берса. Вот этот бар, короче, который сдох, не добили. Как раз. Да у нас не только бар, у нас тут 4 трупа было. У нас хан сдох от недохила, короче. А, еще там. Короче, 4 трупа у нас сдох. 4 трупа было. Это Вар, блок, блин, там Вар лежал, Рога от метеора лежала, короче. И кто-то еще, Варенька, по-моему, сдох. Да, там рыба разрядилась. Редиски. Он сдох в лезвие и сдох от метеора. Это, короче, этот, not skill. Ну, Вар Рога там, который сдох. Ну, Ваня сдох от чего? От дебафа. Он же не в луже сдох. Ну, там ханта не было, короче. Там на Халёне глыба разрядилась и меня убила. Спасибо. Да не значит, что ты делаешь, Олег? Смотри, зато какие честные люди. В адептах бы хер кто плюсик плюсанул бы. Ой, ну, короче... Я... Давай, сними с него еще 100 ГП и начисли за... А, ну все, все нормально, 100 осталось. И разбойнику Сив Тилмун вот этому надо ГП дать. Давайте фулбаф. Стима, покажите, сколько схилил себя и урон получил. Нихера себе, урон 4 ляма. Мы падали хант из-за того, что он метку вынес, короче, бежал назад, и его не захилили с дебафом. И Ваня упал тоже от какой-то хрени, непонятно. А чё он бежал с дебафом? Он чё, откинуться не может? Какая разница? Дебаф висит, хоть ты откинешься, хоть ты бежать будешь. Разница там типа никакой. Нет, так будет. Пропадает. Пристабаф. Заходите за линию, крест, на мне нету креста. Псих, давай крест. Ты его точно линковать как бы? Нихера себе. Виталик, я так... А почему у нас самогон варом, таким варом? Эти 8. Он не мог никем нормальным... Чешка вырывается. Все готовы. Заходим за линию. Рискат, начинай. Блин, ты можешь добежать до босса хоть раз нормально? В квадратик встаем. Для тебя специально нет. Говорит, покажите полученный урон. 4 ляма, блядь. Лайф метка, сам здесь пойдешь. Метеор, секунду. Ты должен, не забывай. Гусь. Бежим. За слава вас нахилил там. Чтоб они умерли. Все в босса играем, на пулы маленьких и в босса. Только разбойники, самогон гоу. На тебе метка, самогончик, 5,8 ватт. Смотри, самогон там в покемонов переиграл. Он сам покемон, блядь. Разбойник, метка. Метеор, бежим. Напуливайте маленьких и в босса играем. Угу. Отлично сыграли. Лайфстил сорвал босса. Не скликнул, походу. У нас мастаунд был.
А зачем ты жмешь мастаун? Ты не видишь, с кого ты кого забираешь? Да, тыкнул в голема, попал в Хариона. Ты же смотреть сразу, зачем мастаун? А нахуя вообще, я не знаю, где на пул, блядь, они не должны, ну, сука, хуй знает. Если нахуя мастаунт? Как мне големов собирать? Ну ты рано нажимаешь. Ты должен мастаунт нажимать уже по цели. По коту или по холипалу там. Незачем его больше не надо использовать. Не, там... Ну, на моей практике есть такая хрень, когда моб бежит к тебе, ты кидаешь в него мастаунт, но перед этим ДК прожимает захват. И агрос этого моба уходит на него, и то есть ты забираешь... ДК-танка, короче, мелкого. И забираешь вместе, ну, с боссом, получается. И такое, ну, довольно часто происходит. На моей практике было, что я танчил босса и зашел в портал во тьму. Да. А у меня, на практике я штукатурку делал и плитку ложил, короче, на стенки. Вообще, кстати, хорошая практика была, мне понравилась. Оплачиваем, да? Не-не, это от техникума была еще. Ты что делал? Отделочник? Да, мастер штукатур второго разряда. Да это было еще. Там третий давали максимально, а не второй дали. Самогон, стакай, пожалуйста, раскол. Зато сейчас босса нормально поставлю. Нет, с точки зрения, что самогон не веркан. Самогон урод. Давайте кинем ГП ему за то, что не верка. И он сразу зайдет верка. То есть он говноварен и не верка? Просто кикнего с рейда, и он сразу верка появится. Давайте фулл баф. С Войдом так работал. Он как всегда говно в рейде. Чёрт, попал. Заходите за линию, Саша, добеги, пожалуйста, до босса нормально. Танка нету слева. Ну сейчас будет. Стоим на месте, все жму к пуль, только добеги до него. Окей. Красава. Вот можешь же, когда можешь. Ты нормально попросил, сделал. Красава. Давай, давай. Жмук, убей босса, пожалуйста, братка. Метеор в танка вправо, все вправо. Все то же самое делаем на пул на ОТ трэш. Редискин, ты лучший. Вот сейчас видишь, у тебя получилось. Хорошо, конечно, что лезвия сейчас не было. О, снайпер. Метеор, приготовились. Бежим. Заходить во тьму будем с дверей, а ты с дерева заходи во тьму. Понял, я надеюсь, понятно, что я сказал. Где сейчас вы стоите, куда зайду? У меня проблемка, не забью, мы всегда. Это проблемка. Ну все остальное, значит, там отдашь. На дух. Вот. Хожу. Лужа пропадет? Нет, да. нет. Да, заходи, заходим. Сука. Заходим со стороны квадратика. Там свет тоже зайдем, как обычно. Бегать должны. Скажешь-ка, давай. Ну, можно, в принципе. Нет. Лезвие. Заходите. Давай, теперь заходи. Но он не это имел в виду, Виталик так запаниковал, я же сам обосрался.
справа, справа. Хорошо. Не того хилишь. Пацанов сведу там свои разборки, да? Пися, да, готовьтесь. Рома, роли много бы. Давай попозже чуть-чуть. Я немножко занят. Ну, на 500 хотя бы. Метка от портала. Все остальные выходим после лезвий. Редискин, от портала убегай. Левее, чуть-чуть левее, брат. Давайте, рост в свету. Срафт, метка. Бежим, метеорит. Через 5 секунд рост во тьме даем. Рост во тьме давай. Бьем голема в свет. Бьем босс. Бежим, метеорит. Перебегаем. Свет босса не бить. Вообще не бьем босса. Тупо не трогайте его. Лужа в рейд. Босса не бить. Только голема. Скажи, Рома. Сорян, забывай. Давайте бьем свету нормально. Во тьме сильно бьем. Иннер, васабику, если будет код. Агро, агро, агро. Метеорит, свету, побежали. Лайф, хватит таунтить босса, брат. Лужа в рейд, чуть-чуть к морде все. Свет в големов играем. Свет в босса не бить, только големов. Прожмись. БР, Хан, вставай, вставай сразу. Вставай, беги, беги, вставай, беги. Бафы Ханту дайте. Беги, малыш, давайте добиваем беги. Трэш и бьем босса. Ну не бейте на свет, чтобы 60 было. После перебежки. Да все, бейте, бейте все уже. Блин. Сейчас 40 будет. Забежал в лужу, дебаф какой-то. Похильте, умоляю. Бля, что с этим хантом? Согласен. Тот, который в лече, на лече в лужу твоё, блин? Да нет, это не он. Нет. Трэш, на пульте добивайте. Ноги на пульте, пожалуйста. Там тьма, прожмись, а сейчас будет 30 у тебя. Он забился. Пушите. Давай тьме полтора ДПСера всего. Секунду еще не забился. Это все убили. Какой-то гусь во тьме в конце этот таунт нажал. Гусище, сука. Чешку, на мой... А, не на мне лутер, что-то я делить уже начал. Чешку, да? Yes. С бодом магой чешку и запястье бы. Мои запястья как-то да, псих? Нет, тут нету Джерри, наверное.